обычно после 11 класса дают пятиклассников. Учителя. И мне в том числе как-то дали 5 класс, классный руководитель. Ну и вот я с ними знакомлюсь, разговариваю и все, и так далее. День прошел, второй день прошел, третий. Спрашивает один, руку поднимает. Тамара Александровна, а кого вы любите в нашем классе? Я так на них смотрю, говорю, никого. Как никого? Мы уже 3 дня знакомы. Я говорю, никого не люблю. Вы знаете, это такое изумление в лице было. Вообще не любите никого? Нет, я говорю, вообще я люблю. Кого? Я говорю, свою дочь люблю. А нас? А у вас есть мамы, папы, бабушки, дедушки. Они вас обожают. А я вас всех просто уважать буду, как хороших людей, как своих учеников. Я не буду, говорить, кривить душой и говорить, ах, как я вас люблю, и в обморок от любви падаю. Ну, в таком духе мы с ними разговариваем, честно и откровенно. Вот так. Мы любим. Что вы хотели сказать, помогите? Да. По поводу любви. Вот именно, я их люблю. Я их, по-моему, где-то с 5 класса как раз и любила. Так, а я люблю, но я и наказываю детей. Ну, и, возможно, и я тоже наказывала. Я тоже наказывала. Я не люблю. Почему с урока сбежала? Родители в школу. Господи, работа есть работа. И если когда-то, вот бывает же такое, вдруг кого-то ненароком обидела, это чисто, ну, случайно. Это издержки, да, работы по работе. А в душе у меня никогда нет ни досады, ни злости на учеников. Почему? Почему я и работаю уже больше 40 лет? Больше 40 лет, уже столько даже не живу. А я все работаю. Главное, что мне никогда работы не сошло. А мы там как дежурные были в подсобке, цветочки потом поливали. Мы с Зоечкой там были, как дежурные. Ну да, как дежурные. Да, 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 после уроков. Я вот теперь зовут, когда ты знаешь... Я верю Алексею, не стану. Ну что значит, она работает до сих пор учителем? Я вот уже 15 лет, слава богу, не работаю. Так вот он учился, слава богу. А, я вам на слове. В этом году 11 класс выпускала очередной. Я там не классный руководитель. Но они у меня с 5 класса, эти детки были. Хорошие ребята. Я некоторых родителей, не некоторых, а вообще почти никого в лицо не видела никогда. Почему? Не за что. И не зачем. Я сама с ними расправлялась. Хотела, как могла. Они все послушные, умницы и так далее. Но они меня не пригласили даже на торжественную часть на выпускной вечер. Это при всем при том, что в классе 3 медалиста, в классе 100-бальник по русскому языку, по ЕГЭ получил 100 баллов, все сдали на 5, один сдал на 4 экзамена. Ну и в знак благодарности, пожалуйста, я так посмотрела на все на это, пошла домой, включила компьютер и стала общаться с казахстанцами. Вот это мой родной менталитет. А этих я даже не обиделась. Там 2 мамы так, говорит, орали, что это обязанность учителей учить на 5. Поэтому почему мы должны? Мы не должны. Думаю, да кто ж тебя, я тебя в глаза не видела никогда. Ты сказала спасибо за такую няньку, правда? Полдня с этой нянькой дети твои были под присмотром. Ну нормально, у нас такого, ребята, никогда. Я сказала, дорогие друзья, да. У нас такого никогда не было. У меня была выпускница, Царство Небесное, его жене, говорит как-то раз. Пришла домой к нам. Валеру мужа называла Валерик и на ты. И говорит, слушай, пельмени ванилили сегодня. Да я по запаху услышала. Она говорит, да. Она говорит, есть еще? Он говорит, есть. Она говорит, ну как пельмени без водочки? Он говорит, сейчас принесу. Я дома вот никогда не держу.
пришел, они с ним поздравились хорошо. Она подходит ко мне и говорит: Тамара Александровна, столько лет мы знакомы. Можно вас на ты зовут? Я говорю, можно. Почему нельзя? Можно. Меня все племянники на ты зовут. Все, обнялись, поцеловались, у нее щеки румяные, 5 грамм выпила. И вот прощаемся, уже уходим. Приговорили они водочку, да, наверное, не одну бутылочку, потому что Валера рухнул на диван. А Тамара Васильевна только щеки еще розовее стали. И вот мы с ней прощаемся, она ей говорит: ну ладно, Тамара Александровна, до свидания. Я говорю, мы же договорились на то. Это будет уже не то. Так, я вас заговорила. Потому что водки выпили. Тамара Александровна, это не водка, между прочим. Это вода. Ой, какая вода. Слушайте, какая.